Имена преступников. Алексей Такс. Максим Филиппин. И... Дмитрий Александров. Дмитрий Александров, ребята, сегодня мы украли, да, картинку. Картинку мы украли из Нижегородской, да, галереи. И, в общем-то, все. Мы погнали. Ребята, вы понимаете, что происходит? Давайте. Короче, наша задача как минимум продержаться хотя бы минут 15, я думаю, вообще не попасться на глаза охотникам с головами. Никакой, я не знаю, ну мы сами решим, какой приз по факту того, кого поймают, потому что мы не знаем, кого из нас троих поймают первого, а кого поймают первого, тот и отдает приз. Давайте миллион дадим поимщику. А? Слушай, а как ты думаешь, вот все же у хама, либо у вора, либо все же у кого там еще картина-то завалялась? Ой, слушай, у кого-то из нас троих, у кого первого и поймают, у того и завалялось, вы сами понимаете. Мы части разрезали и разложили по машинам, пацаны. А для тех, кто не понимает, за нами сейчас будет охотиться весь сервер, абсолютно весь. Так, нам надо маски купить, пацаны, кто сможет маски? Да, и для конечно, того, чтобы купить эти маски, нужно как бы в идеале съехать. На одной машине, может, поедем вообще потихой как-то? Ну, я бы на одной машине доехал до оружейного магазина. Так, направо, направо, срочно. Первый поимщик. Я бы, слушай, если у нас внедорожники... Дима, успешный. Ты по РП не сможешь ездить по бездорожью, тебе придется. Давайте запрячем машины, короче, в лесу и пойдем пешком, просто вот. Может, очень аккуратно. Заедем, пацаны, вот сюда припаркуем где-нибудь. Так, аккуратнее, Максим, твои навыки вождения, конечно, меня впечатляют, но. Чуваки, а тут дорога есть, что вы куда? Во-во-во-во-во-во-во, нормально, здесь вот можно машины запрятать, по сути, в лесу. И пойти пешком, короче, до ближайшего магазина, купить маски. Там эксперты едет белый, пацаны, за нами, погоня. Валим! Валим, Дима, жми! Эй, вата! Да, да, видел, я налево. Ебался, блять, давай туда. Так, я лучше за Лёху. Я понял. Вы за мной не поехали. Я понял. А кто за тобой должен ехать? Знаете самую дебильную вещь, которую мы сделали сейчас? Мы поехали мимо ГИБДД. ГИБДД, где очень много машин, да? Мимо ГИБДД. Руслан Филиппин за мной едет, пацаны, это как Руслан Гительман. Там гаишник стоит. Давай, валим. Все, валим, ребята, валим. Я предлагаю выехать на трассу, потому что сейчас весь сервак охотится за нами, так. Ну, как минимум, он еще немножко не втупляет, получается, весь сервак. Не-не, люди ищут, просто нету информации, где мы находимся, Максим. Это был пинг, который мы заслужили. Это был пинг, да. Розовый пинг. Ну вы поняли, да? Шутку юмора английского. Серый хип-хоп. Серый кардинал. Дима, ты где? Я еду. Едешь? Тут девятиэтажка, Сбербанк и что-то еще. Ага, давай встречаемся, я понял. За мостом. Давайте встречаться, ребят, да. За мостом. Так, Максим, ты где? Да ты спереди? Да, давай. Мы за мостом под ним? Не-не, за понял. Мост, короче, так, кажется, на карте, ребята, у нас есть уже два претендента на то, чтобы нас догнать. Я вижу эвакуатор, я вижу еще какой-то X5, который врезался в ограждение, кстати говоря. Белый? Он за нами охотится давно. Одно преимущество езды вот по этим вот местам у нас, знаете в чем? То, что человек на спешке не сможет сразу развернуться. Братан, это очень danger time! Ему! Ребята, картина-то сейчас кому-то там, бомжу какому-то достанется. Так, пока. Да, я еще жив целый. Эвакуатор за мной! Слушай, за мной мэр сгонится. Перевернул, он уехал в озеро. Ты где? Леша, ты куда уехал? Подожди, я за вами. Ребятки, подождите. Давайте его за Шаном встречаемся. Я за Гашаном, да. Так, это. Это Вася Попов, это не вы! Да нет, конечно! Где вы за Шаном? Я Леху вижу, я слева еду. Так, все, отлично. О, вижу гелик. Это не Димон, если еще Макса! Это не Димон? Вот это не Димон, один из них фейковый Димон тут. Ты зачем меня врезался так? Пацаны, погнали на трассу, выезжаем в сторону Армейки, Аудюха и эвакуатор возвращаются за погоню, в погоню. Куда едем, ребята, так. Давайте какую-то тактику. Может один за оружием хотя бы сгоняет? Через село? В лес? Да, там есть мост, короче, на соседний прямо, остров. Да, через речку. Дима, я думал, это поимщик какой-то за мной. А это о, ты. Я вижу вас, едем. Напильник. Ебану, чёрт, вау! Ребята, вот сейчас жестко. Макс, а ты там на двух колесах я видел ехал, да? Да. Красава. Эвакуатор. Как он вообще? Мне кажется, эвакуатор сейчас кого-то эвакуирует. Меня чуть-чуть не убили! Так, 33% картины JPEG мы могли бы потерять, ну ладно. Бензин, пацаны. Бензин у кого? У меня 25, у меня жрет скотина вообще как не в себя. Налево? Налево.
Так, Дима, давай после моста налево сворачивай. Блин, за нами вот этот угнался парень, может его расстреляем? Давайте, в принципе, он один. Меня от вас только отсоединяет эвакуатор. У тебя есть оружие? У меня есть оружие, у меня есть сила духа и не только. Ты думаешь, мы избавимся от него в лесу? Здесь есть. Слушай, ну он один и единственный. Давай-ка, давай попробуем, давай попробуем. Все, останавливаемся. Я от него вообще просто... Я в эскейп ушел, убил его. Какая подлость. В лес. Такого не бывает же. Аудюха, подожди, пацаны, спасите. Димон, давай его срочно. Слушай, блядь, говорят на пацаны. Леха. Открывай. Пробел плюс мышка левая. Давай. Езжай. А-а-а, черный Мерин на суху! Я ебу, блядь, уберите меня отсюда! Ой, еще один жесть! А, так у меня жив гелик-то! Гелик-то жив! Так гелик-то жив, давай, надо сейчас тебя как-то возродить! Вася, Попову надо как-то это... Нет. Так, Леха, ты готов вырываться? Нет, езжай. Потом вернемся к гелику, сначала от этих избавимся, давай. К церкви помолиться. Нет. Бляха, муха! Максим, переворот, пожалуйста, умоляю! Давайте, фастом! Нет! Назад! Есть контакт, Леха. Не поймали еще! Полностью не остановили! Максим, почему я прошу именно тебя. За нами гонится? За Димоном прошу, вообще не надо таких полей вот этих вот. Возьми дорогу, просто колею, пожалуйста, возьми колею. Да сейчас нормально, у нас как бы кроссовер. Ой, капец, у тебя окон даже нет уже в машине. В озеро. Через эскейп. Так. А за вами никто не едет. Ага. Да хорошо, просто прекрасно. Я понял. Есть момент передохнуть. Так, Тесла. Черт, мне кабан занизил. Есть момент пересесть в мой гелик попробовать. Давайте я попробую отвезти. Давай, я сразу пропишу лок один. Это я, если чё. Это Димон. Это Димон. Не зря пневму ставил, надо поднять кабан. Что происходит? Все. Так, он догоняет, чел со стволом. Это со стволом он прям? Да, я видел, у него ствол был. Не-не, валим. Сейчас я, короче, отвезу обратно к гелику. Давайте, ребят, в Арзамас поедем уже. Слушай, нам нужно доставить картину вообще в какой-то... В Арзамас. В Арзамас какой-то, да? Да, и в армию заехать еще немножко. А, я перевернул! Ты чё, он сзади гелик уже. Да не-не-не, а вот, да-да-да, точно. Вот он. Так, Дима, не теряйся. Его никто не караулит, отлично. Так, дайте выйти. Выбегай, давай, все. Если что, прикрывай, если что, у тебя есть ствол, да, прикрыть меня? У меня есть калашников. Подожди, так, у меня, наверное, тоже есть. Он был открыт еще при этом при всем, да? Короче, что нам нужно сейчас отправиться, что? Нам нужно сейчас доехать, отдать эту картину на окраине Арзамаса, да, как передавали. Живой! Сделаем это. Живой! Жив, цел, орел! Так, поехали через авторынок, короче. Мне хочется экшена, ребята. Мне хочется экшена. Давай, где этот чилик стоять, говорит, ну. Такой наеб... А, да ёптать, чё дорога так мне... Давай, ещё не поймали опасных. Мне ещё нравится, а вы заметили вот логику в этих словах, типа, стоять? Стой, как будто особенно... это... Нет, SNGK! С работы. И мы такие... Это не его! Пацаны! X5, живой! А чей это? За нами, Макс! Это не мой тоже, он такой же, Такой же черный. А, и это новенький какой-то. Он прям в меня врезался, слушай, он почти меня протаранил. Макс, аккуратней. Я просто оторвался. Ой, фига, там пролетел. Я прям притормозил. Тоже стой, пишет. Так, Вася, наверное, по-любому. Скутер сейчас по-любому нас остановит. Давай. Только не останавливайся. Куда? Зачем? Ну, Варзамас через авторынок. Макса, спаси! Твой пинг меня убил! Обратно. Пинг убил. Назад. Ты дурак. Назад. Дальная камапуля. Дима, задави его, дави! Димон. Димон, зачем? Димон! Меня отключили от сервера. Это мой гелик в воде, что ли? Или вот этот гелик, Лёхи, подожди. Не-не-не, это не тот, это крыша белая была, это просто заснеженная. Окей, все, Лёха, сиди под мостом, грей яйца, сейчас мы приедем. Выходи. Я вышел, пацаны. Все, на скорости залетай. Здесь X5 того чувака, кстати. Это мой X5, а нет, у меня мапа под водой. А чё, одна машина уже только у нас? Да, Димон в меня врезался, понимаешь? А, да я в тебя! Его. Дима, на тебя вся надежда. На тебе, на твоих плечах вся наша банда.
антиквариат, он в твоей машине. И ты вор, кстати. Ты вор, потому что номера у тебя вор. И ты своровал эту картину. У меня тоже были воровские, но не три семерочки, поэтому, наверное, вот так и сошлось, что Димон-то и имеет на самом деле. Димон, а что мы на аварийке едем, тихо? Это засада. Это что, машина упала? Что? Это что? Это что? Это что? Я кикнулся! Мне всех кикнуло нахер, по-моему. Что это было? Пацаны, а вы уверены, что там была картина? Это бомба была, походу. Там что-то было другое. Мне кажется, вы не картину совсем, а какой-то скипидар или какие-то мощи украли. Это совсем не то, чего мы ожидали от этой гонки. Это что сейчас было такое? Всё, это, после такого взрыва даже собачьих не поможет. А кто нас в итоге поймал? Давайте перезайдем и узнаем. Все-таки. Короче, нас нашел Леха тут какой-то. Пытаются протаранить. Чё ты хочешь от нас? Здорово! Не догонишь! Не догонишь? Не понимаешь. Красные диски — это спорт. Дима, езжай в Арзамас. Нет, давай остановимся. По просьбе Лёхи, как бы. Нас трое, он один, мы если чего можем. Чё такое? Ну мы остановились и попросили. Здорово! Чё такое? Говори! Подвезите, пацаны, у меня... Подвезите, говори! Подвезите! Вышел парень из своей машины называется, Садись, сади его, сади, нам панк в команде нужен. Садись! Застаётся из багажника. Чё там достаёшь? У тебя картина есть, что ли? Быстро садись. Садись быстро. Да вы картину украли. Да, да, ты теперь с нами, тебя тоже сейчас весь сервак будет искать. А почему вот есть Алексей, а вот есть Альёха? Это как Оливьеха. Да-да-да. Как Оливьеха. Короче, двигаемся в Арзамас, и очень нас ищут. Красава, красава. Респект тебе. Так, тут нас уже переждут. Так, я понял. Переждут, что? Переждут, да. Забейте, я этого не говорил. Это монтаж, да, искажение слов. Это монтажер угорает опять. Это, знаете сами его, этого монтажера моего. Это я. Не знаю. Ты кто там? Что за лошадь? Кто хрюкает? А тачки-то, слушай, сразу тормозят, просекают фишку. Ну, кто-то догадывается, а кто-то нет. Ну, может быть и нет. Купите маски, пока быстренько мы это... Ты уверен, что вот нам... Мне кажется, Дима, маски сзади продаются. Я знаю. Как бы едет Вольво заезжает. Вы что, господа, там? Я маску покупать. Лёха! Пацаны, если что, в магазине заберёте. Нет, нет, всё нормально, ложная тревога. Ложная? Ай, блин! Я выкатился как... Максим, ты как плашмя сиганул. Я маску надел. Сейчас. Бегу за маской тоже. Пока нас не видит. Давай, в магазине прячемся в магазине. Давай. Тактика, да, которую мы заслужили. У кого есть, ствол, отстрелить какую-нибудь суку, которая на нас попытается... У меня все в камерах, смотрите, ребята, то есть можно купить камеры было. Да, и сразу снимать все. На фоне мобильников. Оружие пропало, чёрт. Бери быстро маску быстро бери. Слушай, а вот она картина, сделанная телефоном в формате GPS. Да, я про что и говорю. Тут 6 картин. Картинку шпеку украли из Нижнегородской галереи. Кирпич спёрли. А где тачка-то? Давай, внизу она упала. Ага, как? Просто из рук, упала, что ли, упала? И как? Не, как? Ну что, чтобы... Как чтобы она могла упасть? Максим прыгнул, перевесил, я не виноват. Давай, прыгай. Давай, твой V12. Оставь чувака там, пускай он магазин охраняет. Да, нормальная тема. Сейчас он по-любому в последний момент выходит, а мы уже на горизонте, знаешь, там. Где-то вдалеке. Что-то его там и нету даже, не вышел он даже. А мы в армию заехать хотели же еще. Не надо. Это очень лишняя уже история. Это very лишнее. Давайте-ка крестиком вышивали ехать, будем такие типа и все. Дима, ты привлекаешь еще больше внимания так. Езжай. Давай, ты просто мужчина на машине, давай. А теперь... Будет уже интересно того, что история. На фоне сзади маску разворачиваются менты. Дима, да, менты. У меня есть маска. Дима, менты сзади. Да. Дима, давай, едь, не останавливайся. Как жестко он едет, конечно, это меня вообще прям сильно напрягает. И прямо здесь, на этом перекрестке, можно под грейдер заехать было, да?
Да. Но, к сожалению, это не Но, так. К сожалению, Дима у нас профессиональный водитель, в отличие от нас двоих с Максимом, да, и он не смог заехать под грейдер сразу. Кстати, профессиональный водитель, почему? Если бы он в меня не врезался, извините, простите, машину мы бы не... Да я не врезался в тебя! Ага. Я не врезался в тебя, мне все видно. Ой! Вот это сейчас было мощно. Это монтаж, можете это... MLG монтаж наложить, так нормально он там проскочил. Бюджет этой серии не покроет такие расходы. По-любому у него в кармане было 10 миллионов. Нет. Блять, мама, меня фура. Да по идее 2 минуты надо было заплатить за дом. Если он не заплатит, он слетает. И он на велике под нас заехал и умер. Опа! Стой, пишет! Стри! Рено Логан, пацаны, белого цвета. Какого-то 19 века, потому что едет он со скоростью одной лошадиной силы там. У кого розыск? У кого звезды из нас? У меня нету. У меня одна. А, Лёха, по тебе нас вычисляет. Надо Лёху, короче, убить, типа, и в речку скинуть, чтобы нас Максим с тобой не поймал. Ну, да не надо такие вещи. Ну, ладно. Да не-не-не, тихо. Дима, едь! Эй, Димочек, ты, может быть, ускоришься, как бы, нет? Не. Почему мы должны стоять? Подожди, хоть одна причина. А вы кто такой? Весомый аргумент. А что если мне пофигу? Выключи мигалку надо. Опа, дэвакуатор, ты видел? Не, парни, ну это фиаско. Подожди, заезжай в где машины всем чинят, вот. Знак-то за что? Крестовый поход зашел. У него там вторая передача включилась, смотри. Где картина, пишет мент, блин. Так, Дмитрий. Я в тюрьме. Как в тюрьме? Потому что, походу, в мента врезался. Мент, сука, вот оно раскрытие НТВ, просто РЕН-ТВ. Максим, вообще 47-й айтишник. Макса! Картина на превьюшке у меня. Так, все, ребята, спасибо всем за просмотр. О, блядь, там сиськи. Тихо, не заходи в эту будку. Я видел. Тихо, убери. Вот она, картина, раскрытие. Я ему показал, где картина. Он остался в будке. С картиной, Макс. Иди, зайди, посмотри тоже. Что там великое такое? Да, зайди. А вы меня видите иногда хотя бы? Заходи, там картина. Внутрь. Внутрь, туда. Во, сиськи. За решетку. Ага. Вот она картина, сука. Окей. Ребята, чтобы узнать, какая же там картина на самом деле висела, заходите на сервак. В телеграме, пацаны, да. Заходите на сервак, находите эту будку, и картинка там, в общем-то, ждет вас. Посмотрите на нее, вам однозначно понравится. Вот. Да, и всем спасибо за просмотр, и arrivederci.